Быть супергероем — грязное занятие. Надо бы в душ. Ну что, Макс, потопали в душ? Несмотря на все безумие, что сейчас творится вокруг, я так рада, что мы с Хлоей снова вместе. Как будто бы я и не уезжала. Мне нужны до сегодняшнего вечера. То есть, ну вот сейчас. Спасибо, милая. Да, конечно, Виктория. После обеда я тебе все принесу. Все будет. Ау! Привет, Кейт. Ну как ты? Нормально. Спасибо, что заступилась за меня вчера. Ты меня спасла. Да уж точно. Проблемы у этого парня. Да здесь у всех проблемы. Кстати, Макс, моя октябрьская страна все еще у тебя? О, да, конечно. Потрясающая книга. Не думала, что Брэдбери настолько поэтичен. Можешь вернуть мне ее сегодня, пожалуйста? Мне нужно сделать пару пометок для занятий. Обязательно. Принесу чуть позже. Занята уроками. И все? На том видео ты занималась явно не домашкой. Виктория, это была не я. Ну да, конечно. Да не стесняйся. Кстати, ты отпадно поработала язычком на видео. Когда-нибудь вы об этом пожалеете. Вот жалость, теперь ты знатная интернет-шлюшка. Но она повеселилась. Похоже на то. Это Нейтан накачал ее. Дурь, видимо, была знатная. И не говори, сестрица. Черт, краска до сих пор не отмылась. Мои милые приспешницы явно не спешили нести мне полотенце. Мы бежали со всех ног. Да не оправдывайся, Тейлор. Теперь я знаю, что если попаду в беду, вы с Кортни пальцем не пошевелите. Идите тусуйтесь с Кейт. Или Макс. Она просто чудила с дурацкой камерой.
Бесит ее привычка фотать все подряд. Ну ладно, давай оставим ссылку на видео с Кейт, чтобы все увидели ее в действии. Ты такая злобная сучка! Обожаю тебя! Я должна одеться и отнести Кейт ее книгу. Если это остановит хотя бы одного человека от просмотра, то я буду счастлива. Эй, выключи воду! Прости, я забыла. Тут книги нет. Ну, конечно же, ты пролила газировку на книгу Кейт. Лучше-ка побыстрее это исправить. Кейт нужна эта книга, и я не хочу пополнять список ее проблем. Изыди, дрянная газировка. Ага, проворная книга. Попалась. Было бы здорово, если бы мы собрали людей и сыграли по-настоящему, без всей этой драмы. Думаю, как обычно, надену футболку и джинсы. Кстати, у Эйнштейна был один наряд на каждый день недели, а ведь у него не было моей способности. Теперь я наконец-то могу вернуть Кейт книгу. О, черт! Теперь мне еще и анонимные угрозы приходят. Этому нет конца. Наверное, это Нейтан. Но я не Кейт. Ты там? Да, я здесь. Входи, Макс. Привет, Кейт. Я принесла книгу. Макс, почему ты заступилась за меня вчера? Ненавижу задир. Дэвиду стоило бы поучиться манерам. Согласна. Приятно, что я тебе не безразлична. Кейт, мне правда не все равно. Так, что у тебя за история с Дэвидом? Но он законченный параноик. Считает, что я имею отношение к циклону. Да уж, конечно. А что насчет видео? Клянусь, я его не смотрела. Даже я не готова посмотреть его, Макс. Мне стоит смотреть? Ну, чтобы было что вспомнить. Ты шутишь? Ты представляешь, насколько это унизительно для меня? Я понимаю, что это тяжело, Кейт, но... Расскажи мне о видео. Может, я смогу помочь. По сути, я была только на одной вечеринке, в компании нескольких людей. Но я ничего не помню. Так, зачем же ты пошла? Минутная слабость. Я просто хотела познакомиться с новыми людьми. Кейт, рассказывай мне все. Что было на вечеринке? Ты выпила? Клянусь богом, я сделала один глоток красного вина и затем пила воду. Ты уверена, что был только глоток? Я и в церкви пила вино, но никогда не выходила, как на том видео, ясно? Может быть, тебя накачали? Я помню, как закружилась голова, и мне стало плохо. И дальше?
Потом Нейтан Прескотт сказал, что отвезет меня в больницу. Нейтан Прескотт? О, черт! Он был очень мил и предложил мне помощь. Нейтан антоним слова «милый». Что же дальше? Я помню только, что мы долго ехали. А потом я очнулась в комнате. Она была светлой и белой, поэтому я решила, что мы в больнице. Продолжай. Я слушаю. Кто-то говорил со мной спокойным голосом. Я думала, что это врач, пока я не услышала Нейтана и не почувствовала острое лезвие у горла. Это все, что я помню. Я не знаю, что произошло. Я очнулась у себя в комнате на следующий день. Никаких отметин и синяков не было, но я чувствовала себя ужасно. Так, кто же тогда снимал это видео? Без понятия. Может, Виктория? Она была там в своем любимом амплуа. Боже, Кейт. Мне так жаль. Это какой-то кошмар. Как мне избавиться от этого видео? Оно уже распространяется. А что, если его увидят в моей церкви? Нужно что-то придумать. Кейт, мы все выясним. Я проведу тебя позже, ладно? Спасибо, Макс. Ты можешь оставить книгу возле сумки. Макс, можно спросить тебя? Только ответь честно. Конечно, Кейт, все что угодно. Мне нужно понять, помог ли мне Нейтан или же навредил после вечеринки. Может, мне пойти в полицию? Сделаешь это, и они тебе не поверят. Ты зажигающая с теми парнями. Видео будет использовано против тебя. Нет. Но меня накачали. Это должна доказать ты, а не они. Я просто говорю, как копы Академии воспримут это. Видео никак не подтверждает твои слова. Ты не оставила мне надежды. Нет, нет, Кейт. Я просто хочу, чтобы все было хорошо. В данной ситуации это невозможно. И это твой ответ? Я думаю, надо подождать. Происходят другие вещи, которые могут тебе помочь. Но не сейчас. Значит, люди продолжат называть меня интернет-шлюшкой. Спасибо, Макс. Хорошая работа, доктор Макс. Ей точно это не понравилось. Но без доказательств мы ничего не сделаем. Доброе утро. О, привет, Макс. Ты видела вчера этот чертов снегопад? Этот вчерашний снегопад сбил меня с толку. Не могу понять, шутишь ты или нет. Ну, так как я профан в науке, не могла бы ты объяснить, в чем дело? Серьезно, даже метеорологи не могут объяснить этот снегопад. А вот Ворон, наверное, может. Ты уже говорила с ним? Потом поговорю. Повезло тебе. Уверена, он скоро сам тебя отыщет. Увидимся. Привет, Тейлор. Привет, Тейлор. Даже если ты и была добра к Виктории, то это не значит, что я буду. Ну, уж прости, что я существую. Ну и ладненько. Ты не против? Свалить. Спасибо.
Макс, зацени-ка! Уоррен тоже тут. Похоже, он ждет кого-то. Уоррен, что ты тут делаешь? Ничего. Жду. Звонка. Ну, я уже ответил на него. Короче, я сочиню рэп о вчерашнем. И, кстати, спасибо, что вступился за меня. Это было очень круто, Уоррен. Должна буду. Это точно. Этот мудак здорово мне накостылял. Я прям личный супергерой. Ты и правда герой дня. Ты дал отпор хулигану, и это круто. Хоть ты оставила меня на произвол судьбы, сбежав с той девушкой. Она крутая. Откуда вы знакомы? Моя подруга, Хлоя Прайс. Мы с ней довольно долго не виделись. Ты, наверное, была счастлива, когда она прикатила на пикапе, как крок-звезда. Да, кстати, почему Нейтан Прескотт так на тебя взъелся? Вчера я спалила его с пистолетом в женском туалете. Мне было слишком страшно, чтобы рассказать ректору. Ты только молчи, пожалуйста. Позже я тебе все расскажу. Ёбнутая неделька. Чего только тот снегопад стоит. Кстати, об антиутопиях. Тот кинотеатр устраивает марафон по планете обезьян. Поедем обезьяничать? Да, это именно то, что мне нужно. Обожаю эти старые фильмы про обезьян. Это было легче, чем я думал. Клёво, скину тебе инфу. Дэвид говорит с Нейтаном, это не к добру. Наверняка это как-то связано с Кейт. Или с Рэйчел. Я готов обналичить свой лотерейный билет. Рада, что хоть кто-то. Даже не пытайся украсть его. Он мой. Даже не питаю надежд. Я стану миллионером. Надеюсь, никто не стащит его у меня. Кстати, о перемещении во времени. Закусочная ни капли не изменилась.
Эти запахи, звон ложек. Будто бы мне снова 13. А вот и она, очаровательная юная леди. Как твои дела, Макс? Привет, Джойс. Рада снова видеть тебя. Ты все та же. Все та же официантка в двух китах столько лет спустя? Нет, все так же прекрасно. Отличный ответ, детка. Хотя не совсем. Тебя ведь вчера застукали с косячком. Дэвид рассказал мне эту мерзкую историю. Мне жаль, что ваше знакомство состоялось именно так. Он хороший человек, что бы там ни говорила Хлоя. Я не сомневаюсь. Я вообще-то не курю, то есть совсем. Это было недоразумение и весьма глупое. Мне очень жаль. О да, это была неприятная новость. Хотелось бы, чтобы ты стала для нее хорошим примером. Обязательно. Обещаю. Я знаю, что вам с Хлоей пришлось тяжело. Простите, что я не звонила. Мои родители сейчас в Сиэтле, а я здесь сама по себе. Такая судьба. Ни о чем не сожалей. Ты стала жить дальше, как и я после смерти Уильяма. А Хлоя? Хлоя предпочла злобу. Но, надеюсь, мы будем видеть тебя чаще. Хлое нужны старые друзья. Джойс, я очень сожалею об Уильяме. О нем помню только хорошее. Рада слышать, Макс. Чудесные воспоминания... Это его подарок нам, даже если Хлоя этого еще не понимает. Хлоя понимает, просто ей нужно время. Я представляю, как вам трудно. О, она прошла через все фазы. Исключение из школы, побеги из дома, наркотики, плохие парни, татуировки. Теперь же она бунтует против своего отчима. И я ее не виню, то есть... Правда? Он не так строг, как ты думаешь. Но ты сказала ему, что это был твой косяк, правда? Решила все взять на себя? Дэвид очень испугал меня, когда сказал, что лишит стипендии из-за этого дурацкого косяка. Один косяк еще никому не ломал жизнь, Макс. И ты молодец, что вступилась за Хлою. Ты настоящий друг. Но Хлоя спровоцировала его, а это тоже несправедливо. Он сполна заплатил на войне. Дэвид беспокоится за нее, как и за остальных студентов. И, наверное, о Кейт Марш. Дэвид говорил о ней, но я не вникаю в его дела. Я не могу выполнять его работу, а он мою. Смекаешь? Я видела, как он ругался с Кейт. Может, ты знаешь причину? Хорошая работа, Нэнси Дрю. Но кроме тебя есть только одна студентка, за которую я беспокоюсь. А ведь ее исключили. Так... А теперь давай вернемся к рутине. Чего же ты желаешь? Когда я съела здесь свою последнюю бельгийскую вафлю, мне было 13. Так что, вафлю в студию. А теперь прикончи свой кофе. Одну бельгийскую вафлю для юной леди. Единственное, что изменилось в меню, это цены. Одна бельгийская вафля с пылу с жару. Обожаю сладостное ожидание завтрака. Это словно дежавю в четырех измерениях. Я все глубже возвращаюсь в прошлое. Мне пиво и бекона теперь до смерти не дождаться. Это закусочная, а не бар. Граффити ботана. Похоже, Орен был здесь. Хватит с тебя и бекона. Маяк выглядит таким загадочным. Хотела бы я остаться в этом мгновении навечно. На самом деле, теперь я могу. У вас нет пива? Но тогда это будет уже не мгновение. Несу!
Я слышу твой урчащий живот уже отсюда, Макс. Держи. Тебе понравится. У меня уже слюнки текут. Ой, все не могу поверить, что ты уже девушка. Когда я смотрю на фотографии Хлои... Помянешь дьявола? Мама и Макс снова вместе. А Хлоя снова в поисках бесплатного обеда. Расплачиваться будешь своими деньгами на колледж. Не волнуйтесь, я ее угощу. Каешься за вчерашнее? О боже, мам, пожалуйста, не лезь этим к Макс. Она извинилась. Я знаю. Макс хорошая девушка. Ей уже 18. И слишком стара, чтобы слушать ваши лекции. Если не хочешь лекций, веди себя нормально. Хватит с тебя сегодня одного куска бекона. А вы, ребята, все те же. Поэтому все так херово. Что это за херня играет? Врежем рок в этой дыре. Итак, покажи, что ты можешь. У меня нет никакого объяснения. И я не понимаю, почему мне привиделся этот грёбаный торнадо. А вдруг это глюки? Давай, докажи, что можешь обращать время. Все это происходит так быстро. Начнем с малого. Сейчас, здесь. Я могу назвать тебе все, что лежит у тебя в карманах. У тебя рентгеновское зрение, чувиха. Даже я не знаю, что в них. Посмотрим. Ну, Макс, удиви меня. Ключи от машины. Ха, слишком просто. Мне нужны подробности. Опиши мой брелок. У тебя точно есть брелок в виде лезвия. Это совсем не так, Макс. Ладно, супердетка. Давай я покажу, что в них на самом деле. Это был провал провалов. А я, блядь, чуть не поверила. Нужно посмотреть. Ладно, Макс, внимательно все изучи и ничего не забудь. Получилось. Теперь перематываем и выносим Хлое мозг. Итак, я рассказываю, что лежит у тебя в карманах. Ну ладно, Макс, начинай. Ключи от машины. Ха, слишком просто. Мне нужны подробности. Опиши мой брелок. Твой брелок, милый робот-панда. Неплохо, супер, Макс. Ну и везучая ты чертовка, Колфилд. Что еще? Ты наверняка таскаешь с собой пачку сигарет. Ты и так знаешь, что я курю. Сколько у меня сигарет? Там 7 сигарет. Суперспособность, которая помогает считать сишки. Круть. Потрясно. Что еще в моих карманах? Талон на парковку. Неплохо. Но когда именно мне всучили горчичник? В 10:34. Юху, Макс угадывает время. Даже сломанные часы дважды в день точны. Что бы это ни значило. Мелочь. Я ж пиздец какая богатая. Сколько именно? 25 центов. Нет, не катит. Ладно, супердетка. Давай я покажу, что в них на самом деле. Это был провал провалов. А я, блядь, чуть не поверила. Ладно, Макс, внимательно все изучи и ничего не забудь.
получилось. Теперь перематываем и выносим Хлое мозг. Итак, я рассказываю, что лежит у тебя в карманах. Ну ладно, Макс, начинай. Мелочь. Я ж пиздец какая богатая. Сколько именно? 86. Ну что ж, держись, Аркадий, гуляем на все. Это было клёво. Давай дальше. Ты наверняка таскаешь с собой пачку сигарет. Ты и так знаешь, что я курю. Сколько у меня сигарет? Там 7 сигарет. Суперспособность, которая помогает считать сишки. Круть. Потрясно. Что еще в моих карманах? Ключи от машины. Ха, слишком просто. Мне нужны подробности. Опиши мой брелок. Твой брелок – милый робот-панда. Неплохо, Супер Макс. Ну и везучая ты чертовка, Колфилд. Что еще? Талон на парковку. Неплохо. Но когда именно мне всучили горчичник? В 10:34. Юху, Макс угадывает время. Охренеть. У меня буквально вся спина в мурашках. Это все правда. Убери хлам со стола, Хлоя. Да, мам. Как тебе еда, Макс? Вкуснее, чем я запомнила. Хорошо сказано. Черт, да я голоднее волка. Да уж. Черт, я глазам своим не верю. Покажи мне что-то еще, что-то покруче, чтобы я поверила без вариантов. Я сейчас предскажу будущее. Не гони. Итак, а теперь внимательно следи за всем, что произойдет, и порази Хлою своей сверхсилой. Упс. Ты снова разбил кружку? Серьезно? Больше доливать не буду. Черт, мне теперь придется ответить и отложить завтрак. Эй, а где мой напарник? Ах ты ебаная ушлёпа! Не трогай меня, сучка! Устраивайте бойцовский клуб на улице! Так он первый начал. А я закончу. Я предскажу 4 события, которые произойдут за следующие полминуты. Тревор роняет стакан, и Джастин смеется над ним. Что дальше? Полицейский получает вызов по рации, но ничего не делает, только ест пончик. Ладно, поглядим, как оно будет. Джастин с Тревором дерутся, но Джойс остужает их пыл. Супер! Осталось еще одно событие. Упс. Мимо. Ты снова разбил кружку? Серьезно? Больше доливать не буду. Черт, мне теперь придется ответить и отложить завтрак. Эй, а где мой напарник? Ах ты ебаный. Думаю, не нет, меня, Макс. Сучка. Устраивайте бойцовский клуб на улице. Так он первый начал. А я закончил. Ты была права. Это пока лучше из всего, что я слышал. А это получше будет, чем остальное дерьмо. О, наша музыка полным ходом несется в рундук Дэвид Джонса. И чего же ты ждешь? Я предскажу 4 события, которые произойдут за следующие полминуты.
Дальнобойщик роняет свою кружку, и Джойс ругает его. Что дальше? Полицейский получает вызов по рации, но его напарник уезжает один. Ладно, поглядим, как оно будет. Джастин с Тревором дерутся, но Джойс остужает их пыл. Все интереснее. Жду не дождусь, что дальше. Как только муха садится на автомат, он сходит с ума. Потрясающе! А теперь давай-ка проверим. Упс. Блин, ты снова как же клёво! Разбил кружку? Серьезно? Больше доливать не буду. Черт, мне теперь придется ответить и отложить завтрак. Эй, а где мой напарник? Ах ты ебаный уж! Это круто! Не трогай меня, сучка! Устраивайте бойцовский клуб на улице! Так он первый начал. А я закончил. Ты была права! Я предскажу 4 события, которые произойдут за... следующие полминуты. Дальнобойщик роняет свою кружку, и Джойс ругает его. Что дальше? Полицейский получает вызов по рации, но его напарник уезжает один. Ладно, поглядим, как оно будет. Джастин с Тревором дерутся, но Джойс остужает их пыл. Все интереснее. Жду не дождусь, что дальше. Автомат начинает сходить с ума, когда в него заползает таракан. Потрясающе! А теперь давай-ка проверим. Упс. Ты снова разбил кружку? О, серьезно? Так держать, мам! Больше доливать не буду. Черт, мне теперь придется ответить и отложить завтрак. Эй, а где мой напарник? Офигеть! 100 пудов поехал защемить пару скейтеров. Ах ты ебаный ушлёпок! Не трогай меня, сучка! Устраивайте бойцовский клуб на улице! Так он первый начал. А я закончу. Да у этих ребят, похоже, любовь. Офигеть! Ты знала даже про таракана! Я клянусь верности великой Макс и ее магической силе. Это тебе не игрушка, Хлоя. Мне нужно быть осторожной с ними. Да ну нахуй! Конечно, это игрушка! Лучший из всех! Ты можешь грохнуть кого угодно, отмотать время и бум! Ничего и не было? Повзрослей. Может, ты на мне уже испытала, а я не знаю. О да, конечно же. Ты можешь перематывать время. Это ж полный пиздец. Давай сыграем. Мне некогда. Ты этого не говорила. А что с носом? Это передоз. Эй, ты в порядке? Переволновалась. Видишь, что творится, когда мы снова вместе? Ну тогда, пойдем в мое тайное убежище и протестируем твои способности. Тебе нужен надежный напарник. Ладно, чудо-девочка, наведаемся в твою берлогу. Пошли, супердетка, нас ждут великие дела. Не вздумай отвечать. Нам пора идти, места обойти. Ну же, пока мать снова не начала, погнали! Это Кейт Марш из Блэквелла. Ну да, мне за 5 лет ни одного звонка, а какой-то засыхи, которую ты видишь каждый день, не подождать? В этом вся ты. Так что давай, потрепись, Кейт Марш из Блэквелла. Мне тоже есть с кем потусить. Мам, потом. До встречи. Свобода! Я беспокоюсь за Кейт. От неотвеченного звонка еще никто не умирал. А теперь за мной, мой юный падаван. Нам предстоит поработить этот мир с помощью твоей силы. Надеюсь, Кейт не расстроилась, что я не взяла трубку. Но я могу отмотать время и ответить ей.
подожди, Спиди. Подруга, да это же так клёво! Подожди меня, если хочешь получить свой подарок. Ты же время перематываешь. Мы должны это проверить. Добро пожаловать в мою обитель вдали от ада. Дикую и необузданную. Похоже на тебя. Макс, ну как же это круто! Моя лучшая подруга вернулась, да еще и прокачанная. Но мы не знаем, надолго ли. Именно поэтому нам пора играть. Издеваешься? С меня хватит оружия и после вчерашнего, Хлоя. Меня пугает, что он у тебя. Не доверяешь мне? Доверяю, но не с пистолетом. Ты сильнее целой армии. Не пугайся моей игрушки. Он нам нужен для теста. Глотнешь? Фу. Ты такая милая. Не меняешься. Ну что, найдешь нам 5 бутылок, пока я подготовлю полигон? Пиво и стрельба? Вот это комбо. Ты сможешь. А теперь найди нам 5 бутылок. Прошу. У каждого автомобиля есть своя история. Так грустно видеть лодку на суше. Интересно, кем были ее владельцы и где они сейчас? Гильзы, похоже, свежие. Намного тяжелее, чем я думала. Здравствуй, бутылка номер 1. Осталось 4. Бигфуты были здесь. Бедняга, совсем одного тебя оставили. Это похоже на наскальный музей Рэйчел и Хлои. Уверена, что по не... На это не просто смотреть. Не представляю, чтобы Хлоя возилась с косметикой. Бум! Осталось найти 3. Теперь мы официально трио. Осталось отыскать Рэйчел.
Нет, туда мне не нужно. Уверена, что это популярное местечко. Третье есть, осталось две. Что там говорят про бутылку в стоге сена? Осталось последнее. Ух ты! Похоже, это та желань, которая была в моем видении с торнадо. Эта лань идеальна для фото. Где же найти бутылки? Может, в старом холодильнике? Дурацкая бутылка. Только поглядите. Симпатяшка бутылка. Где же найти бутылки? Может, в старом холодильнике? Дурацкая бутылка.
Может, это поможет достать бутылку? Вуаля! Пора отнести нашу добычу капитану Хлое. Спасибо. Стоп! Последний на пасашок. О, ты это серьезно? Мы подстрелим все бутылки, ни разу не промахнувшись. Итак, Макс, куда стрелять? Укажи мне цель, Макс. Сначала нужно выстрелить. Укажи мне цель, Макс. Слегка правее. Сэр есть сэр. Офигеть! Ты это видела, Макс? Да. Охуеть, как круто! Теперь давай вторую. Макс, помоги прицелиться. Ты прицелилась. Жми на курок. Макс, помоги прицелиться. Возьми чуть выше. Прямо промеж глаз. Берегись, Нейтан. Вот это веселуха! Давай, подруга, найди мне еще одну цель. Хочу быть креативнее. Давай, направляй меня. А сможешь прострелить ту старую бочку? Прости, мистер Бочка, но твое время вышло. Ты только послушай, как они звенят. Давай, направляй меня. Алло, куда стрелять? Чудно. Раз ты не в игре, тогда я подстрелю вон ту бочку. Ты только послушай, как они звенят. Давай, направляй меня. Давай проучим вон тот обод слева. Ну, берегись, коварный обод. Сука, да! Отличный выстрел, Текс. Вот это я понимаю. Ну что, довольна? Как никогда. Я хочу еще один сверхубойный выстрел. А как насчет вон того драндулета? Подруга, мне сперва цель... Проучи-ка этот бампер как следует. Прощай, жестокий бампер. Боже! Я себя подстрелила! Мотай! Мотай! Твою мать! Держись, Хлоя! Подруга, мне сперва цель нужна. Давай подстрелим левое колесо. Адьос, колесо смерти. Убойно. Поверить не могу, что это на самом деле. Моя подруга супергерой. Теперь твой черед спустить курок. Я не знаю. Макс, у тебя кровь? Черт! Я... мне... что-то нехорошо. Макс! Ты меня перепугала. Надеюсь, тебе стало лучше? Немного. Спасибо, что помогла. Просто дай мне минуту.
Слишком много экшена для Аркадии? Или недостаточно. Но это весело. Страшно и глупо, но весело. Дай знать, когда полегчает. Боже, эти силы правда что-то делают с моей головой. Хорошо, что я в норме. Надо поговорить с Хлоей. Что ж, похоже, ты готова рвать и метать. Я что-то не уверена. Ты боишься, что ли? Ой, хнык-хнык, Макс боится. Я знаю, ты справишься. Я с тобой. Давай, чтоб я гордилась. Эй, это же Тельма и Луиза. Или Бонни и Клайд? Извини, Фрэнк. О, прости, Хлоя. Не буду мешать вам налаживать узы. Я слышал выстрелы и треск стекла. То, что вы играете с оружием, очень мило. Вспоминаю себя в ваши годы. Не сравнивай меня с собой, чувак. Нам обоим нужны деньги, а у тебя дела еще хуже, ведь ты мне до хрена должна, не так ли, Хлоя, а? Я отдам деньги. Разве не все так говорят? Сами на мели, но строят из себя крутых. Что у тебя там, малышка? Покажи. Откуда у тебя это? От друга, и это не твое, мать его, дело. Сейчас твое дело... Это же браслет Рэйчел! Какого хрена он у тебя делает? Угомонись, хорошо, это был подарок. Врешь, тварь! Ты украл его! Немедленно отдай мне его, мудак! Лучше отойди, иначе пожалеешь, красавица. Я серьезно, могу тебя и порезать, сучка. Пожалуйста, пожалуйста, отойди. Шутить вздумала? Опусти его. Вот же шержака, чтоб меня. Я запомню тебя. Запомню, что ты пыталась сделать. Молись, чтобы мне отшибла память, потому что я ничего не забываю. У тебя есть время до пятницы. И не вздумай выкинуть такой номер снова. Иначе это будет твой последний раз. В следующий раз попробуйте пули, недоучки. Прости. Ты офигенна. Спасибо тебе. Идем. Мое секретное убежище сегодня не слишком секретно. Хорошо, что этот придурок свалил. Да и хуй бы с ним, ему нужны только его деньги. Господи, я чуть не застрелила этого парня. Теперь он будет еще опаснее для меня и Хлои. Ты готова к этому? Надо подготовиться. У нас есть куча времени, чтобы делать, что мы хотим и когда мы хотим. Давай, чтобы я гордилась. Эй, это же Тельма и Луиза. Или Бонни и Клайд? Извини, Фрэнк. О, прости, Хлоя. Не буду мешать вам налаживать узы. Я слышал выстрелы и треск стекла. То, что вы играете с оружием, очень мило. Вспоминаю себя в ваши годы. Не сравнивай меня с собой, чувак. Нам обоим нужны деньги, а у тебя дела еще хуже, ведь ты мне до хрена должна, не так ли, Хлоя, а? Я отдам деньги. Разве не все так говорят? Сами на мели, но строят из себя крутых. Что у тебя там, малышка? Покажи. Откуда у тебя это? От друга, и это не твое, мать его, дело. Сейчас твое дело... Это же браслет Рэйчел! Какого хрена он у тебя делает? Угомонись, хорошо, это был подарок. Врешь, тварь! Ты украл его! Немедленно отдай мне его, мудак! Лучше отойди, иначе пожалеешь, красавица. Я серьезно, могу тебя и порезать, сучка. Пожалуйста, пожалуйста, отойди. Шутить вздумала? Опусти его.
Давай, девчонка, застрели меня. О, господи, да вы скорее Эббот и Костелло. Отличный ствол. Возьму-ка я его в залог. Благодарю. Не вернешь деньги до пятницы, я выслежу тебя вот с этим залогом. Приятной игры, детишки. Надо было стоять на своем. Я испугалась. Я не люблю оружие. Отделаться от Нейтана будет тяжелее. Теперь мой гребаный отчим запрет оставшиеся пистолеты в сейфе. Прости, Хлоя, но я никогда раньше не целилась в человека. Это не круто. Знаю, Макс. Честно, я предполагала, что такое может произойти. Все равно там еще есть пушки. Идем. Мое секретное убежище сегодня не слишком секретно. Хотя бы Фрэнк ушел. Больше он к нам не прикопается. Ему нужны только его деньги. Вот черт. Из-за меня Фрэнк забрал пистолет Хлои. Ничего себе. Откуда это у Фрэнка браслет Рэйчел? Хлоя ждет меня, чтобы прогуляться. Нам обеим сейчас нужно взять паузу. Не могу поверить, что ты отдала ему пушку. На, Фрэнк, держи. Может, уже хватит злиться на меня? Особенно из-за такой тупой хрени. Я не злюсь. Просто в очередной раз люди подводят меня. Мне нравилось носить этот ствол. Теперь у тебя есть я. Я рада, что ты была рядом. Я тоже. Думаю. Хлоя, зачем ты связываешься с такими жуткими неудачниками, как Фрэнк? Это странно. Ну, тогда давай расскажу. Как будто в другом мире, да? Вот так бы навсегда. Может, построим другой пиратский форт, подальше от остального мира? Нам нужна новая секретная база, чтобы Фрэнк не нашел нас. Ты в порядке? Мне все еще безумно страшно. Это кошмар, Хлоя. Прости. На самом деле Фрэнк не такой жуткий. Все, что его интересует, это бабки, манатки, шелудивый пес. Хлоя, ты серьезно? Фрэнк забрал твой пистолет и угрожал нам. Он теперь еще больше опасен. Макс, я знаю, эта хрень для меня в порядке вещей. Поэтому я и хотела свалить отсюда, не расплатившись с ним. Теперь расскажи мне, что конкретно между вами происходит. У него хотя бы фамилия есть? Его зовут Фрэнк Бауэрс. Травку мне подгонял. Тот самый косячок, помнишь? Короче, были у нас мутки. Мутки. Ты же не про... Нет, не было у нас секса. Какая мерзость. Он даже не намекал. Я просто облажалась, когда заняла денег, чтобы мы с Рэйчел свалили отсюда. И все? Нет. Я хочу узнать, откуда у него браслет Рэйчел. Как думаешь? Думаю, нам нужно быть осторожней и приглядывать за этим парнем. Но только чтобы он нас не заметил, ясно? Так странно говорить с тобой обо всей этой хрени. Последний раз мы тусили, когда были мелкими. А все как будто вчера было. Вот бы вы с Рэйчел познакомились. Думаешь, мы с Рэйчел могли бы подружиться? Не такие уж вы и разные. Она разбирала... Рэйчел отлично разбирается в искусстве. Плюс она такая же зануда, как и ты. Мы бы все стали друзьями навек. Она наверняка такая же крутая, как ты. Мы обязательно познакомимся. Рядом с рельсами мне всегда так спокойно. Не понимаю, почему. А Керуак знал. Романтика путешествий, постоянного движения. Свист поездов и стук колес по ночам. Да ты мать битник. Лучше бы я была хорошим фотографом. Но ты... Ты же прекрасный фотограф.
идеально. Она не заперта. Давай, Макс! Их нужно чем-то перерезать. Черт, не поддается! Эта хрень мне точно поможет. Вытащи меня! Черт! Бобину что-то блокирует. Монтировка не помогает. Да ладно! Макс, вытащи меня! Помоги! Пожалуйста! Макс, прошу! Я не хочу идти туда. Я теперь как МакГайвер. Макс, вытащи меня! Помоги! Господи, поезд! Макс, прошу! Но который из них? Макс, вытащи меня! Это точно нужный провод. Помоги! Да! Получилось. Все хорошо. Ты снова спасла меня. С ума сойти. Мы теперь навеки связаны. Черт, едва пронесло. Не рада, что я затащила тебя в такие безлюдные дебри на краю света? Было круто побывать в твоем убежище. Но мне нужно успеть хотя бы на последние пары. Раз уж ты у нас таинственный супергерой, я буду твоим верным спутником и компаньоном. Моя сила не может быть вечной, Хлоя. И ладно, зато мы можем. Навсегда.
Спасибо, что подвезла. Успеваю на урок по искусству. Спасибо, что поехала. Извини, что было так скучно. С нами никогда не случается ничего интересного, да? Слушай, может, твой дар как-то связан со вчерашним снегопадом? Это объяснило бы твое видение. Объяснило бы что? Снег предвещает торнадо, который сотрет с лица земли Аркадия Бэй? Ты обкурилась. Очнись, Макс. Ты уже дважды спасла мне жизнь. Ты изменила мою судьбу и судьбу многих людей. Ты же знаешь теорию хаоса. И что ты знаешь о теории хаоса, мисс? Я ненавижу математику. Прошло 5 лет, засранка. Люди меняются. А у тебя здесь идеальный шторм на радость квантовой физики. Почему я? Я же обычный гик из небольшого городка. Это идеальный пример странных аттракторов. Вас что, ничему не учат в Блэквилле? Торнадо, перемотка времени, долбанный снегопад. Привет, Армагеддон! Так давай же оторвемся напоследок, рок-звезда. Как вы и сказали, профессор Прайс, супергерою нужен напарник. Почему эта хреновая неделя стала одной из лучших в моей жизни? Потому что мы с тобой снова вместе. У меня есть пара минут перед уроком Джефферсона, так что можно немного побродить. Эй, ну что, ты пойдешь на вечеринку циклона? Я не могу это пропустить. У меня шикарный наряд. Привет, Зак. Здоров, Макс. Странно тебя видеть без камеры. Я могу делать фотографии и своими глазами. Не сомневаюсь. Только не рассказывай всем об этой херне с смс-ками и Викторией. Не буду. Виктории только это и надо. Да, ей нравится устраивать все эти драмы. Даже во вред себе. Странно. А ведь ей незачем это делать. Вот этого я и не понимаю. Она красивая, богатая, талантливая. И что, мало? Ну ладно, увидимся на игре в пятницу, Макс. Привет, Кортни. Чао, Макс. Прошу, никаких фото. Мне срочно нужно составить список гостей на вечеринку клуба «Циклон». Правда? Ой, как будто тебе не пофиг. Я не против вечеринок. Я смотрю, модные темы — это не твое. А у клуба «Циклон», знаешь ли, довольно строгий дресс-код. У тебя хоть платье есть? Неплохая попытка. Привет, Кортни. Чао, Макс. Прошу, никаких фото. Мне срочно нужно составить список гостей на вечеринку клуба «Циклон». Правда? Ой, как будто тебе не пофиг. Я уверена, у клуба «Циклон» есть дресс-код. Мне нужна пара советов по поводу того, что надеть. Ничего себе. Не думала, что ты разбираешься в моде. Знаешь что? Я внесу тебя в список гостей и перед вечеринкой могу дать пару советов. Круто. Спасибо, Кортни. Инфу по вечеринке пришлю позже. Ну что ж, займусь делом. Макс, мы можем поговорить? Знаешь, я вчера переборщил в комнате Хлои. Это правда была твоя марихуана? Да. Моя. Вы знаете, что марихуана почти легальна в Орегоне, и я могу достать ее в Блэквилле. И что, вы арестуете меня, мистер Мэтсон? Даже я не такой уж и урод. И ты прости меня за вчерашнее. Я был поражен и смят. Для тебя трава, может, и не страшна, но у Хлои были с этим проблемы. Вы же ветеран войны.
она не опасна для вас. Если бы мне было плевать на нее, я бы даже время не тратил. В ее возрасте я был большей проблемой. Она выше этого. Да и все дети. Даже Кейт Марш. А что насчет Кейт? Ты заступила за нее вообще не вовремя. Она далеко не так, кем кажется. Кейт не сделала ничего плохого. Макс, моя задача защитить не только Кейт Марш, а всех студентов Блэквелла, в том числе и тебя. Одних лишь камер будет недостаточно. Петиции, мисс Грант, недостаточно для того, чтобы найти всех пропавших студентов. А разве это не ваша ответственность, раз вы тут начальник охраны? Разве что вы знаете о Рэйчел Эмбер то, чего больше никто не знает. Больше не хочу ругаться с тобой. Да вообще ни с кем не хочу ругаться. На этом все, Макс. У меня есть еще немного времени. Можно пойти посмотреть, как Уоррен уживается в роль безумного ученого. Пожалуй, мне стоит затариться травкой у Нейтана. Думай, голова, думай. Привет, Уоррен. Все хорошо? Ты как будто запутался в своих же мыслях. Серебряный молоток Максвелла! А ты вовремя? Мне нужна помощь с одним экспериментом. Раз ты просишь меня о помощи, значит ты в жопе. Мне нужно добавить либо калий, либо натрий. Решать вам, доктор Макс. Мне кажется, что... Погнатрий. Погнатрий? Боже, ну у тебя и шутки. Ну, как Макс скажет. Натрий так натрий. Блин, ничего. Привет, Уоррен. Все хорошо? Ты как будто запутался в своих же мыслях. Серебряный молоток Максвелла! А ты вовремя? Мне нужна помощь с одним экспериментом. Раз ты просишь меня о помощи, значит ты в жопе. Мне нужно добавить либо калий, либо натрий. Решать вам, доктор Макс. Не знаю, почему ты позволяешь мне решать, но... Погнали. Калий так калий. Если сработает, получишь обнимашку. Ох уж эта наука. О да, я ученый, сука. Совсем не сложно. Привет, Уоррен. Все хорошо? Ты как будто запутался в своих же мыслях. Серебряный молоток Максвелла! А ты вовремя? Мне нужна помощь с одним экспериментом. Раз ты просишь меня о помощи, значит ты в жопе. Мне нужно добавить либо калий, либо натрий. Решать вам, доктор Макс. Я думаю, сюда нужно добавить калия. Очень много калия. Ты только глянь на свою улыбку. Когда-нибудь ты точно станешь ученым. Ну что ж, за дело? Она ослепила меня наукой. Привет, Уоррен. Все хорошо? Ты как будто запутался в своих же мыслях. Серебряный молоток Максвелла! А ты вовремя? Мне нужна помощь с одним экспериментом. Раз ты просишь меня о помощи, значит ты в жопе. Мне нужно добавить либо калий, либо натрий. Решать вам, доктор Макс. Мне кажется, что...
Погнатрий. Погнатрий? Боже, ну у тебя и шутки. Ну, как Макс скажет. Натрий так натрий. Блин, ничего, никак. Не. Принеси мне мозг, Игор. Привет, Орен. Все хорошо? Ты как будто запутался в своих же мыслях. Серебряный молоток Максвелла! А ты вовремя? Мне нужна помощь с одним экспериментом. Раз ты просишь меня о помощи, значит ты в жопе. Мне нужно добавить либо калий, либо натрий. Решать вам, доктор Макс. Я думаю, сюда нужно добавить калия. Очень много калия. Ты только глянь на свою улыбку. Когда-нибудь ты точно станешь ученым. Ну что ж, за дело? Она ослепила меня наукой. Есть! Вот это взрыв! Но это будет нашим профессиональным секретом, хорошо? Есть! Вот это взрыв! Но это будет нашим профессиональным секретом, хорошо? Джефферсон, вы просто... Так вы не поможете мне? Я пытаюсь, но попробуй понять и меня. Зачем? Вот в мое положение никто не входит. Извини, Макс. Можешь подойти? Конечно. Что с тобой, Макс? Ты в порядке? Это только между нами. Я беспокоюсь за Кейт Марш. Это не тайна. Все уже в курсе насчет небольшой вчерашней перепалки между вами с Кейт и начальником охраны. Не совсем. Да, неважно. Простите, я должна продолжить работу над моим фото. Можешь поговорить со мной в любое время. И, Макс, можно поговорить с тобой насчет Кейт? Думаю, ты уже знаешь про это видео. Уже все знают, поэтому я и хотела вас видеть. Кейт здесь ежедневно унижают. А что, если Кейт сама виновата? У нее хорошие намерения, но у меня такое ощущение, будто она что-то скрывает. Ты говорила с ней? Да, я говорила с ней этим утром. Она нуждается в друзьях и поддержке. И я не хочу, чтобы Кейт Марш стала следующей Рэйчел Эмбер. Рэйчел Эмбер? И как это связано с Кейт? Довольно трудно не думать о ней, когда все эти плакаты висят чуть ли не на каждом углу. Рэйчел не имела ничего общего с Кейт. Ректор Уэллс сказал, что ты явно что-то ему не договариваешь. Может, мне расскажешь? Не сейчас. Я обязательно все расскажу, как только пойму, что да как. Хотел бы тебе верить, Макс. Просто за всю неделю вокруг тебя столько всего произошло. Слушайте, может мне... Извини, Макс. Алло? Да. Минутку. Мне нужно ответить, а ты пока иди в класс. Я скоро вернусь. Да. Сделай мне красивый, Хайден. Мода, мода, мода. Дана, ты бесконтрольна. Думаешь, Макс будет злиться за то, что мы сидим на столе? Покажи мне. Да нет времени на болтовню. Как я выгляжу, Тейлор? Как будто бы это меня ебет. Она по-любому побежит. А вот и загадочная Макс. Явилась под видом мелкого хипстера. Как все эти остальные художнички. Ах, как обидно. Мяу! Выпускайте коготки! Обожаю смотреть, как чики дерутся! Ага. Теперь мне можно сесть за свой стол? Макс думала, что мы станем друзьями. Ебать! Ха-ха! Придурки! Зачем Дэвид фотографирует Кейт? Это же неправильно и странно.
Как жизнь, Макс? Хей, Уоррен. Я сейчас тут Кейт видел, она вся в слезах. Кейт за последнее время досталась. Я не знал, что сказать, да и она тоже молчала. Ладно, я понимаю, что вы меня любите, но если это не ваш класс, проваливайте. Остальных прошу присаживаться. Сегодня нам предстоит много работы, а времени, как всегда, не хватает. Ну что ж, вижу все те же лица. Кто-нибудь видел Кейт Марш? Думаю, все уже видели Кейт Марш. Ей нехорошо. Похоже, что у вас у всех на уме то вирусное видео. Быть может, это связано со студентом? Или же с другом? Интересно, как бы вы себя чувствовали, если бы оказались на месте того, над кем... Никаких телефонов на занятиях, Макс. Убери его. Все смеются. Обычно людям нужно постоянно что-то осуждать, чтобы они не обращали внимания на самих себя. Круто, что Джефферсон опубликовал свою книгу о работе фотографа. За это мы можем отчасти поблагодарить реалити-шоу. В конце концов, винить мы можем только себя за участие. Ах да, кстати, об участии. Есть некоторые личности, люди здесь беспощадные. Сдали фото для конкурса. Я волнуюсь за нее. Сколфилд. Не дождусь момента, когда она решится. Я уверен, вы читали задание, словно это Гарри Поттер. Так что вы должны знать, что сегодня мы изучаем светотень. Это прекрасное слово, этот контраст между светом и тьмой. Именно это и придает фотографии такую визуальную силу. Это словно инь и янь. Черно-белые фотографии так выразительны благодаря своему контрасту. Хоть мы и не видим мир всего лишь в двух цветах. Йоу, там какой-то пиздец творится у женской общаги. Закари, никогда больше не врывайся в мой класс. Послушайте, всем оставаться на местах. Свободны. Что у нее все так плохо. Кейт! Нет! О, Боже! Нельзя дать ей умереть! Нельзя! Это только кто-то? Не это! Нет! Это что? Боже. Надеюсь, что нужно попытаться. Я не смогу отматывать время снова и снова. Не останавливайся, Макс. Ты сможешь. Да. Что ты тут делаешь, Макс? Стой! Не подходи ко мне! Только не это! Не получается. Моя сила куда-то пропала. Неужели теперь все зависит только от меня? Макс, серьезно, не подходи. Я спрыгну. Ладно, ладно. Я стою. Кейт, пожалуйста. Макс, я знаю, что ты хочешь мне помочь. Спасибо, что заступилась за меня, но это уже не важно. Все уже не важно.
ты важна! И не только мне! Хотелось бы в это верить. Кейт, твоя жизнь в твоих руках. И мы справимся, если будем вместе. Позволь мне помочь. Хватит мне врать! Игнорирование моего звонка – это, по-твоему, помощь? Я была с Хлоей, и у нее были очень серьезные проблемы. Прости меня. Что ж, уверена, ее проблемы серьезнее моих. Так зачем обо мне волноваться? Все равно мне конец. Нет, это не так. И я здесь с тобой. Кейт, прошу, поверь мне. Не оставляй меня, ладно? Я помогу тебе. Я знаю, что смогу. Утром в душевой я стерла ссылку к этому видео. Она была написана на зеркале. О, значит, теперь ты хочешь мне помочь. А что насчет того звонка, когда мне нужна была помощь, а ты сказала ничего не делать? Кейт, я ищу доказательства, что Нейтан накачал тебя. И что ты не единственная. Ты просто должна мне с этим помочь. Нейтан Прескотт? Да, это логично. Он тот еще ублюдок. У тебя есть доказательства? Будут. Потом сразу в полицию. Мы будто избавляем Блэквелл от плохого. Я и правда могу положиться на тебя, Макс. Это единственный раз, когда мне не было плохо за неделю. Хорошо. Нам всем нужна поддержка друг друга. Так что спускайся ко мне, пожалуйста. Прошу. Тебе ведь это не нужно. Макс, моя жизнь сплошной кошмар, от которого я никак не могу проснуться. Но если я заставлю себя заснуть... Все тогда смогут постить у себя фото моего тела. Все равно весь интернет меня уже знает. Неудивительно, что его называют паутиной. Оттуда ничего нельзя убрать. Видео со мной, например. Жаль, нельзя отмотать время назад. Кейт, это наш единственный шанс. Победить тех, кто издевался над нами. А мы правда сможем, Макс. Я уже не верю в чудеса. А я верю! И ты одна из причин. И если ты спустишься, то я все тебе расскажу. Ты хороший человек, Макс. Даже несмотря на твои странности. Но ради тебя я спущусь. Ты моя подруга. Навсегда. Теперь обнимемся? Нет. Никому нет до меня дела. Никому! Же твоя мама, Кейт. Что с ней будет? Ей плевать на это видео. Она любит тебя. Ты не знаешь мою мать вообще. Она уже думает, что сатана зарезервировал мне место в аду. Проверим это. Нет, Кейт! Я знаю, что вам неприятно это обсуждать. Но мы должны выяснить, что сподвигло Кейт Марш на такой отчаянный поступок. Офицер Берри будет делать записи для официального расследования. Я уверен, что вы пойдете на сотрудничество. Такая трагедия. Но всему должна быть своя причина. Нам нужно выяснить, что сподвигло Кейт Марш на такой ужасный поступок. Как ректор Академии, я серьезно отношусь к своим обязанностям. Я забочусь о благополучии каждого ученика. То, что произошло сегодня, не должно случиться вновь. Мистер Мэтсон, именно вам должно быть известно, что двери на крышу должны быть заперты. Это стандартная процедура. Странно, что в этот раз они были открыты. Мистер Джефферсон... Я понимаю, вы не можете знать, чем занимаются ваши ученики. Но Кейт помогала вам на ваших уроках. Вы должны были хоть что-нибудь заметить. Мистер Прескотт, так как вы организуете вечеринки клуба «Циклон»,
И поскольку Кейт посещала вашу последнюю вечеринку, вам придется ответить на пару вопросов. Мисс Колфилд, почему вы были на крыше вместе с Кейт Марш? Вы знали ее планы? Она что-то сказала? Прошу, расскажите нам все. Я знаю одно. Кейт была на вечеринке, и Нейтан накачал ее. Она потеряла рассудок и стала целоваться с мальчиками, сама того не осознавая. Я накачал ее? Что за бред? Да ты вообще видела тот ролик? Неважно. Кейт перебрала и отрывалась на танцполе. Ты же сказал, Кейт, что отвезешь ее в больницу. Я сказал, что собираюсь отвезти ее в больницу. В итоге она протрезвела. Чушь! С ней что-то случилось, и ты это знаешь. А может, поговорим о том, как ты притащил пушку в туалет? Это же полнейшая ложь. Я могу подать иск на вас и всю вашу школу. У меня уже есть адвокат. Погоди, Макс. Ты сказала мне вчера, что ничего не случилось. Ты все это выдумываешь? Как я могу верить тебе? Вы не можете. Она курит и продает дурь, а не спасает жизни. Нет, неправда. Это не имеет отношения к Кейт Марш. Мне нужно провести расследование, чтобы выяснить правду. Поэтому, Макс, я обязан связаться с твоими родителями и отстранить тебя от учебы. Извините. Мне кажется, что Нейтану и Макс не помешал бы отдых перед допросом. Погибла сокурсница и хороший друг. Не нужно им сейчас об этом говорить. Ну да, я вроде сейчас сильно расстроен. Хотел бы побыть с родными. Хорошо, мисс Колфилд, пожалуйста, подпишите это, чтобы подтвердить ваши сведения. Продолжу это расследование отсюда. Голова просто раскалывается. Но я думаю, что смогу использовать силу снова. Мисс Колфилд, почему вы были на крыше вместе с Кейт Марш? Вы знали ее планы? Она что-то сказала? Прошу, расскажите нам все. Я видела, как мистер Джефферсон разговаривал с Кейт перед нашим классом. Потом она убежала в слезах. Марк, я знаю, что мисс Марш регулярно посещала твои занятия. Кейт, мисс Марш... Последнее время было очень замкнутой. И я предполагаю, что всему виной это ужасное видео. Я не мог видеть, как ученики смеются над ней. Она была расстроена тем, что мисс Колфилд не отвечала на звонки. Она чувствовала себя отверженной. Ее никто не просил сниматься в том сраном видео. Ты тварь! Она не хотела, чтобы так все было. Нет, напротив. Макс затронула правильную тему. Я хотел бы помочь, но уже слишком поздно. Ну, это проблематично. Интерес публики растет, и, возможно, вам не стоит представлять Академию Блэквилл на конкурсе Герой Дня в Сан-Франциско. Вы серьезно? Да. Нам не нужны негативные заголовки в газетах. И еще нам нужно привлечь всю Академию к вопросу о возможных мерах наказания для вас. Я понимаю. Сейчас на кон поставлено нечто намного важнее. Жизнь молодой девушки, например. Хорошо, мисс Колфилд, пожалуйста, подпишите это, чтобы подтвердить ваши сведения. Продолжу это расследование отсюда. Итак, я думаю, теперь нам известно достаточно. Мы будем помогать полиции в дальнейшем расследовании. Я знаю, что сегодня был напряженный день. Хотел бы я иметь силу изменить все в лучшую сторону. Спасибо, что пришли. Я видела, как она падает, и верила, что смогу ее спасти, как супергерой. Перестань, Макс. Тут нет твоей вины. Кейт сама выбрала этот путь. Сама. Не ты.
Я протянула свою руку. Хватит. Ты единственная, кто бросился на крышу. Тебе было не плевать. Господи, да какая вообще разница? Если бы людям было не наплевать, все было бы иначе. Ты тут самая лучшая. Знаешь, я страшно облажалась. Это ничего не меняет. Уоррен, я знаю, это прозвучит странно, но... Что-то ужасное происходит в Блэквилле. Особенно сегодня. И я пытаюсь доказать, что Кейт Марш и Рэйчел Эмбер связаны. Как-то. Вместе с Нейтаном и мистером Мэтсоном. Я не шарю в теориях заговора, но согласен. Нейтан напугал меня вчера, а Мэтсон полный отморозок. Так как думаешь, что происходит? Какого черта? Погода под стать этому странному дню. Холодает. Сегодня не должно было быть затмения. Я бы знал. Знал. Я верю тебе, Уоррен. После всего случившегося я готова поверить во что угодно.